Привет. Сейчас еще подождем минутку буквально. И остальные, если что, привет, Дашенька. Посмотрят в эфире. Привет. Привет, привет. Да, ребят, сейчас такая ситуация. Хотела, чтобы побольше народу здесь были, чтобы послушали, чтобы уже через неделю, через две, чтобы не было у меня таких гневных постов, особенно в личку, когда что такое, я заплатила деньги, эфиров новых нет. Бывает и такое. Вот, сейчас такая непонятная ситуация. Ну, непонятно, что будет с соцсетями, как-то все сейчас то туда, то сюда, это варьируется. У меня есть страничка в ВКонтакте, но я ей давным-давно не пользуюсь. И вот как-то вот он мне абсолютно не по душе. Может быть, я его не знаю просто. Я завела точно такой же клуб в Телеграме, на Телеграм-канал. Он будет, сейчас будем вести эфиры. Вот здесь, если получится отсюда хотя бы несколько эфиров залить в клуб в Телеграме, мы это, конечно же, сделаем. Но сейчас такое происходит с соцсетями, поэтому мы практически круглосуточно, особенно человек, который помогает мне вот в этом во всем, я вообще не разбираюсь в этом. Он вообще круглосуточно сейчас сидит за компьютером, пытается вообще разобраться, что и как, потому что и марафоны сейчас будут проходить, но с марафонами онлайн как бы проблем не будет никаких. Все, что онлайн, проблем не будет никаких, просто нужно знать, на какой площадке. А то, что вот эти вот выездные, как их про вообще донести людям, пока, видимо, такой сложный вопрос. Вот, и в Телеграме, ребят, чтобы было понятно, это все очень просто. Смотрите, как это будет. Вот здесь вот как показываю на... так, отсвечивать, да? Как сделать, чтобы не отсвечивало? Вот. На школе автономии. Вот чтобы найти эфиры, это будет так же, как в Телеграме. То есть, смотрите, вот здесь вот... Нажимаете на значок. Так, сейчас назад сделаю. Так, вот нажимаете на значок. Так, как он? Вот. И здесь есть... так, файлы. Ссылки, голос, музыка, файлы. Вот здесь вот есть медиа. Так, как? В общем, здесь есть медиа. И вот здесь вот, где медиа, там будут у нас эфиры. Только здесь будет в закрытой группе. Я ее специально точно таким же, фото точно такое же. Вот. И здесь следующий эфир мы будем проводить. Он будет оставаться. Смотрите, как здесь не будет просто переписки, чтобы вы просто переписывались. Для этого у нас есть школа автономии обычный чат. А здесь у нас будет, то есть я эфир выкладываю, и под эфиром будет эфир, который вы можете посмотреть, и под эфиром будет написано комментировать, по-моему, так написано, или комментарий, или прокомментировать. Вы туда нажимаете, и под каждым эфиром можно пообщаться и сказать, что, с чем вы согласны, с чем не согласны, какие бы хотели вопросы проработать более глубоко. Вот, я их буду смотреть,
И у нас получится точно такой же канал, как здесь, и даже по своим качествам, наверное, более удобный. Потому что мы можем, например, назначить, и я могу назначить, там, чтобы кто-то там, например, Тёма, или там Миша, или Галя, хоть кто-нибудь, чтобы поделился своим опытом. И это может быть не обязательно со мной, а они могут индивидуально выходить. Индивидуально выходить, то есть мы договариваемся, когда будет эфир. Я им открываю права доступа, по-моему, это так называется там. Вот. И он ведет свой эфир. Я его просто сохраняю, либо он его сохраняет, кто ведет эфир, спикер. И он у вас остается в ленте. Вот. Это намного удобнее, потому что мы же хотели сделать на 90 дней. И мне уже пишут, когда будет ли вообще на 90 дней. Он будет на 90 дней. Единственное, сейчас немножечко хотя бы оклемаемся, чтобы перетащить какие-то файлы, чтобы они у нас полностью не растворились. Потому что все в Телеграме, все в Инстаграме было. Единственное, сейчас мы сделали Ютуб, сделали несколько уровней на Ютубе. И там тоже можно смотреть обычные ролики, как они и были, все открытые. А можно посмотреть и закрытый клуб, и потом будет еще ролики с марафонов. С онлайн, нет, не с онлайн-марафонов, а с живых марафонов. Я буду записывать некоторые лекции, которые я буду проводить, они тоже там будут. Но с Ютубом тоже неоднозначная ситуация. У нас вообще с соцсетями везде неоднозначная ситуация. Поэтому, в принципе, если что-то получится, я думаю, что мы все равно найдемся. Я за это не переживаю. Просто кто в этой теме, они все равно знают, как, кого и где искать. Вот, поэтому ничего страшного, если кто-то, если вдруг отключат Инстаграм прям там завтра, послезавтра, или его не будут отключать. Мне вообще кажется, что вот сейчас вот отключили все вот эти вот VPN-ы, и он так и останется. Не знаю, никому это неудобно. Удобно было нас попугать, а кому-то совсем отключать. Ну, не знаю, отключат, так отключат, не отключат, так не отключат. Вот, мне абсолютно без разницы, потому что, в принципе, многие, кто общаются в этой теме, они все равно как передают, наверное, друг другу, кого, где и как, каких спикеров посмотреть, кто кому как заходит. Ну, я, по крайней мере, так ощущаю. Вот, поэтому я думаю, что проблем не будет. И завтра мы проведем эфир в школе автономии, а послезавтра, так завтра еще у нас суббота, а в воскресенье мы проведем эфир уже в закрытом клубе. Я думаю, что как раз за сегодня, за завтра у нас все, кто есть здесь, они уже перейдут туда. Как перейти туда? Ребят, вы мне пишите, будем, видимо, делать так, что это будет, наверное, не совсем удобно, но в любом случае я сыну тоже подключила. Он сидит на моем телеграм-канале, и он тоже сможет отслеживать какие-то вещи, вот эти вот с оплатами, там, вот эту вот ерунду, которую я вообще жутко не люблю. А точно так же скрины тогда уже в личку будете скидывать, и я буду все это писать в тетрадке, как это было изначально. Вот. Просто в директе это было удобнее, вот. Но сейчас в личку уже приходят не только по оплате, там же много других вопросов. Вот. Значит, буду так. Вот. За это не переживайте, максимум, на что будет задержка, наверное, это сутки, но как бы исключать уже, наверное, там у нас уже собирается такое, собираются уже такие люди, которые вот уже наш костяк собирается, да, потому что если изначально было много народу шли, и потом мне писали, что как бы нет, нам было это все интересно, но, видимо, мы еще там не готовы, вот, и они потихонечку от нас отходили, но это тоже правильно, когда по-честному признаемся друг другу, вот. Поэтому завтра будет в Телеграме прям эфир в школе автономии, а послезавтра в Телеграме в нашем закрытом клубе будет эфир. Вот, попробуем почаще их вести, потому что вопросов много. Вопросов, наверное, много больше по психологии, потому что мы настолько уже, вот я сейчас смотрю. И вот что не автоном, все разговоры почему-то вот про меню, про еду,
Но у нас столько интересных тем, столько интересных тем про... Я бы очень хотела, чтобы у нас в клубе проводил кто-нибудь эфиры, кто занимается русским языком. Потому что вот чем больше я углубляюсь в русский язык, причем это, наверное, как-то происходит на интуитивном уровне, потому что раньше я этого не знала. Ну, как знала? Ну, русский язык, какие-то там вещи. То есть сейчас я прекрасно понимаю, что русский язык – это больше, чем веды. Как бы вы сейчас ни говорили, но если достать вот именно тот алфавит, там 40 с чем-то букв, да, и там настолько все по каждому слову, настолько все четко, ясно, и видно, как это было, потому что у нас уже интерпретация нескольких слов идет уже в третьем поколении, да, вот, потому что изначально мы говорили, у нас одни звуки, у нас одно произношение, потом нас начали наш язык, наш это как бы я не считаю, что вот мы вот такие вот, эти вот такие вот, русов, славян, да, вот про славян я конкретно говорю, потому что славянин это, если мы будем говорить именно о славянине, то славяне это были изначально словени, и жившие со словом, словени это жившие со словом, слово от слова ловить, то есть ловить смысл. Мы знающие смысл жизни были. И это настолько глубоко, если вот в это углубиться. И если мы с вами будем углубляться в познание себя, вот что значит познание себя. Познание себя – это не как работает печень и сколько нужно поставить клизм, чтобы там зайти на 2 дня сухих больше, чем предыдущий раз. А познание себя – это именно когда мы познаем себя внутрь себя. И это настолько глубоко, и когда мы начинаем разговаривать, что такое наш разговор? Наш разговор, я уже неоднократно вам говорила, что это вибрации. И они настолько глубокие, если мы в них углубляемся, позволяем себе углубляться. И это, наверное, вот через эти вибрации вас может выбросить на новый уровень познания. И это абсолютно другое восприятие. Потому что когда мы говорим, что я не верю в Бога, я и есть Бог, я являюсь Сыном Божьим, там, дочерью Божьей, там еще что-то, есть Творец, а есть Бог. И если мы будем говорить, что такое Бог, это Бог это вообще сила природы. Я есть сила природы. Ты есть сила природы, мы все есть сила природы. И «Б» — это самый сильный звук, идущий от нас, от меня. «Б», «Б», «Бог», «Б». «О» — это объединение, единение. А «Г» — это внутрь, «Г» — это внутрь себя, погружение внутрь себя. И вот слово «Бог», если расшифровывать по старославянским буквам, смыслом, то это есть сила объединения и ограничения, то есть своем аватаре, сила единения в себе. То есть Бог, я есть, вот этот вот мой аватар со всем, что в нем есть, это и есть Бог. Сила единения себя. И если мы начнем рассматривать все вот такие вот вещи, вот именно вот с таких вот позиций, с более глубоких позиций, когда мы перейдем вот на эти вибрации, когда мы начнем чувствовать вибрацию слова, то поверьте, ребят, вот эти вот все наши недоделанные вот эти вот эмоции, они просто полетят в тартарары, потому что они будут, приветик, они будут уже неинтересны, они уже не будут вызывать тот поток эмоционального всплеска, который будет вызывать то, когда ты начнешь вот этого через познание себя, когда ты
мог говорить этими вибрациями, какой ты был, когда вы начнете это познавать, перед вами просто начнет открываться мир. И это абсолютно по-другому. Это уже не захочется заедать. Это уже захочется познавать. И это разные вещи. И когда мы начинаем смотреть вот с этой позиции, это, наверное, и есть познание себя. Потому что мы все говорим, да, мне так нравится, что мне говорят, я готов идти на автономию. Я говорю, ну как бы клево. А что такое для тебя идти на автономию? Это что там, сохранить там пару рублей, чтобы не покупать какую-то еду? Он говорит, нет, чтобы было там здоровое тело. А здоровое тело, чтобы что? Чтобы ты что делал? Чтобы исполнялись желания. Желания, как правило, это материальные, которые, они вообще даже не наши. Если мы придем к самому себе, они настолько бестолковые, они вот какие-то такие нелепые. И именно поэтому мы, наверное, не можем дойти к этой автономии, потому что мы все время говорим, вот чтобы там перебить еду, нам нужно там съесть там столько-то горошинок перца, столько-то конфеток, так-то себя забыться чем-то там еще. Это все не про это просто отсрочить, намотать еще часы голодания. Вообще не про автономию. Вот. Но и когда ты человеку говоришь, ну как бы нужно работать над собой, познавать себя. И когда до человека это хотя бы минимально доходит, то его прямо аж отбрасывает от этого. То есть он говорит, не-не-не, ты предлагаешь ерунду, я пойду вот к этому, он изобрел какую-то таблетку. Пару горошинок под язык, две горошины на язык, четыре горошины там под левую щеку, под правую щеку, прыгнуть на четвереньках, зацепившись за левое ухо, и все, и ты выходишь в автономию. Это, конечно, классно, но вот посмотрите даже, вот как мы вообще себя ведем, как я себя вела. Мне изначально было, то есть я готова была какие-то вещи делать, то есть мы готовы себя обвешать все амулетами разными. Каждый амулет открывает окно во что-либо. То есть один амулет – это вот в познание таких-то миров. Второй амулет дает такую-то силу. Третий амулет играет на денежный аспект. Четвертый амулет – ты познаешь любовь, все начинают в тебя влюбляться и так далее. Конечно, это проще. Представляете, амулет надел, вера есть, и ты уже идешь, светишься. Но как только у тебя желудок начинает просить, он становится почему-то сильнее, чем твой амулет. И твой амулет перестает работать. То есть мы готовы повешать амулет, а что там дальше за амулетом, как бы фигня, потом разберемся. И когда желудок начинает просить, мы отбрасываем все свои амулеты, забываем про них и идем на кухню и опустошаем холодильник. Это потому, что мы закрываемся от истинности, мы говорим про правду, которая идет на автономии, но всегда закрываемся от истинности. Мы любим на себя навешивать то, что там носили мамы, носили бабушки, передал дедушка, в наследство отдал там еще кто-то. Я ездила там в какую-то страну, и мне там какой-то гуру просветленный дал вот это вот. И сказал, что будет вот так вот. И мы это холим и лелеем. Мы прикрываем себя, мы не доходим до истинности, потому что истинность есть в нас самих. Мы хранители слова вибрационного. И когда мы начнем познавать себя через вибрационное слово, через те звуки, которые даны нам, мы начнем познавать себя. И нам уже вот эти вот ширмы в виде там сережек, колечек, амулетов, еще чего-то, они нам будут не нужны, потому что они будут настолько ничтожно слабыми по сравнению с тем, что есть в нас самих. Когда мы познаем ту силу, которая есть в нас самих, больше никакие амулеты, переданные там из рук в руки кому-то либо, они не передадут той огромной мощи, которая есть в нас самих. И если мы начнем открывать эту мощь, то вот эти вот все внешние факторы, любые, вкусная еда, там заморские какие-то плюшки,
заморским плюшкам сейчас у нас, видимо, тяжело будет. Вот, еще что-то. Они просто отодвинутся как неинтересное. Не потому, что мы перестали это хотеть. Наш организм так почистился, что мы уже этого не хотим. Не, просто это уже будет неинтересно. Мы уже становимся другими. И, наверное, все же я считаю, что когда мы идем туда, значит, это ближе к самому себе. Что значит познавать себя? Это настолько избитая фраза, многие по 20 лет познают. И что? Никто не перестает есть, никто не познал. Как был человек, так и остался. Можно детально рассказать, как это. Но я сейчас этим и занимаюсь, Миш. Что рассказываю, что такое познать себя? Ты начни познавать, что есть в тебе. Начни копаться, что есть в тебе. Ты есть твоя история. То есть ты начни сначала. То есть начни сначала, а с чего я был, а где я был, а кто мои. Это один из путей, возможно, их много. Я, конечно, понимаю, что все начинают, а многие познают себя по 25 и по 35, и ездят к иностранным гуру, и сидят вместе с ними там, и вот этот вот звук ОМ, это славянский звук ОМ. Ребят, посмотрите, это не в Индии, это не йоги его придумали. Это когда ты познаешь, когда детей, славянин, учили произносить звуки, звук всеобъемлющий, единение, О. Они говорили О, закрываешь рот, и этот звук единения идет в тебя. Ты есть само единение, без тебя цепь невозможна. Сами произнесите звук О и потихоньку закрывайте рот. О, единение, О. Все, вы стали единением. Это не какой-то там звук, который сейчас описывает ОМ, это оттуда. Это отсюда, это изнутри тебя идет. Настолько мы это все забыли. Начинай распаковывать себя, это и есть познание себя. А пока все, что ты рассказала, это просто сказки Венского леса. Красиво, интересно, но прохода туда нет. Возможно, у тебя нет прохода. Я копаюсь 20 лет, и как-то неправильно, значит. Так ты с кем, где ты копаешься, в чем? В себе начни копаться. В самом себе, откуда в тебе появились слова? Что такое слово? Что вообще каждое слово, оно настолько несет вот любое, абсолютно. Вот хоть что. Вот даже тот же кайф, да? Вот сейчас молодежь, я вот иду, вчера я слышу, молодежь стоит и такая, о, кайф, кайф, кайф. А идет какой мужчина, ну, наверное, лет 50-60, в расцвете сил, который должен, как, ну, он ничего не должен, нет, это грубо, который, от которого, наверное, та же молодежь должна чему-то учиться, а он идет и говорит, кайф, кайф, вот они увидели это иностранное слово, и все. О, аллилуйя, тебе 50 лет, ты должен был вообще им учить. Что такое кайф? Кайф – это вообще изначально вот это вот, и когда мы берем вот наш старый алфавит, да? Кайф – это душа, покаяние. По кайфу, по ка, идти по душе. То есть по кайфу, идти по душе, это когда тебе хорошо идти по душе. Вот он, по кайфу называется, по кайфу. Если перевести на наши слова. И это все идет от вибраций. То есть мы многие вещи, мы многие слова говорим на интуитивных вибрациях. То есть мы есть хранилище истинных вибраций. Распознавайте себя, куда вы ездите, в какие вы ездите. Не знаю, в Индию кто-то ездит, там еще куда-то ездит. Как мне пришла, последний ретрит был у нас, и ко мне женщина пришла, она говорит, я ездила учиться йоге, у йога, который не разговаривал, мы на интуитивном уровне с ним, я у него столько-то лет жила в какой-то там Задрущобинске, где не было ни воды, ни того, ни сего. Вот я у него училась. Мы через ОМ познавали звук.
Я говорю, ом, это единение самой себя. Это детей раньше учили звуком, когда и им говорили, как правильно звучат звуки. О, единение, ом, вот это вот единение ты в себя вкладываешь, ом. Я говорю, да, я не знала. А я думала всегда, что это вот, вот тот-то вот вообще божественный звук всех йогов. Откуда? Мы сначала все переворошили, мы все вот это вот убрали, вообще непонятно как. Мы даже элементарно, когда мне говорят, брак хорошим делом не назовут. Вот брак. Я говорю, ребят, смотрите, пожалуйста, есть же, есть же вот эти вот старые древние словари. Словени, в котором каждая буква рассказана. Брак – это брак, брать, то есть он взял, она взяла, мужчину или женщину, брак. Это брать, это когда мы становимся в круг, берем друг друга за руки, вот, это брак, это то, что мы взяли друг друга, это наше единство, вот такой брак. А то, что нам сказали, что там бракованная деталь, это был брык. Но шепелявый, с неправильной интонацией, то есть не истинные славянине, они переделали. И у них получился и тут брак, и тут брык получился. И вот у нас все стало единым. Брак и брык. Но это разные слова. Брак – это брать. Это ты берешь, в жизнь свою берешь человека. А брык – это брыкованная вещь. Давно стала следить за словами, очень много нам подменили в речи. Потому что мы очень многие начинаем отвлекаться, мы начинаем ездить по 25 лет, непонятно зачем, искать кого-то где-то. Все в тебе, начинай в себе ковыряться. Вот это все начнет, когда ты начнешь все вибрации, которые у тебя все притихли в тебе, когда ты их начнешь поднимать, они начнут подниматься. И я уже миллион раз говорила, что когда ты не ешь и не пьешь, это не говорит о том, что ты станешь просветленным, что твои вибрации поплывут вверх. Это могут люди и на еде, на правильной еде, которая была наша. Но мы даже не знаем, какая была наша. То есть у нас вообще... Например, там в Сибири, на Урале, там еще где-то, там были козы, там, а на, в южных странах были коровы. И вот когда мы начинаем коровье молоко, коровье сыр есть в других местах, где раньше изначально не было коров, у нас наши вибрации понижаются. Нам нужно, потому что козий сыр, козье молоко. Когда мы начинаем, Светлана, маты влияют на нас плохо, а мат, он вообще искусственно созданное слово, чтобы уводить вибрации наши вообще в другое место. Да, плохо влияют. И то есть вот столько вообще вот вещей, которые лежат абсолютно на поверхности, нам тоже только нужно поднимать. Они все в нас. За ними ехать куда-то за 3-9 земель не нужно. Искать где-то счастье вне себя никогда не найдете. Это столько разных вещей, которые можно разложить, да, по тем словам, по тем буквам, которые есть в нашем алфавите. Не в 33 буквы, которые сейчас официально уже готовы убрать. Ее считают, это вообще зачем она нужна. И кратко, я до сих пор пишу, даже когда, неважно, там письменно я пишу, либо смс-ку пишу, я никогда не пропущу букву Ё, если она есть в слове. Я ее всегда, как бы... пользуюсь ей. У меня нет такого, что я могу написать, потому что вот, ну как бы она сейчас не актуальна. А как она не актуальна? Это же другой звук. Это забывание звуков, это как раз про то, что как оно есть. Вообще, по большому счету, нам не надо учить наших детей, да, чему-то либо, каким-то сказкам, прибауткам, там еще что-то. Хотя всегда в наших сказках всегда было заложено в наших
тех сказках всегда были заложены скрытые смыслы. Они настолько глубинные и настолько понятные, что если мы это будем осознавать, мы это сможем передать. Вообще, по большому счету, что нужно нашим детям, это поднять эти наш старый алфавит и просто давать детям, чтобы они учили по старому алфавиту. Это то же самое, что вот как свинья, да? Ну, вот возьмем свинья. Свинья – это вообще ведическое слово, свинья. И если вот мы говорим про свинью, то есть свинья – это сваня, если по тем буквам, это как, по-моему, будет сваня, это сва – это свет. И свани – это зраки, то есть глаза, глаза в пол. Это говорит о том, что уставлены в землю, она не видит света. И именно поэтому свинью нельзя было кушать изначально. То есть она не видящая солнце, уставленная вниз. Не потому, что она грязная. Это же как бы, а что, там корова два раза в день в душ ходит? Почему ее можно, а свинью нельзя? Нет, это именно о том, что у нее взгляд уставленный вниз. То есть она не видит то, что нам посла, то, что солнце не видит, она не может им зарядиться, мы не можем им зарядиться. Раньше было образное мышление. Да, да, вот, это очень правильно. Послал образ другому, и тебя сразу поняли, а сейчас друг друга недопонимают, потому что у нас образы все перековерканы. Вот Миша же правильно сказал, вот они ездят, вот он ездит по 25 лет, и вот он говорит, вот вы гуру, там все знаете. Не потому что, я же уже миллион раз говорила, я вообще никогда не училась, я до сих пор не знаю, что такое истинная медитация, что такое медитация. Но для меня медитация — это клево просто посидеть и посмотреть там на что-либо. Да вообще не важно на что. На что-либо посмотреть и увидеть в этом свет и любовь. Вот что такое медитация. Не надо выделять время, садиться в определенную позу, там, чтобы тебя никто не трогал, и ты там... Медитация — это наша жизнь. Я не читала, вот мне говорят, а ты читала эту книгу? Читала эту книгу? Ребят, ничего. Я занималась психологией, да. Я по психологии, по психоанализу, в клиниках, в таможенных управлениях, там по передаче оружия. Я работала. Там, да, вот эти отклонения психики, я как бы знаю. Но и сейчас я могу сказать, что это настолько поверхностные были знания, которые сейчас мне пришли, они мне пришли не откуда-то, не от какого-то гуру. И я не гуру. Я свои вибрации вытаскиваю наружу. И это клево, когда ты начинаешь разбирать слова, которые есть слова по буквам, то ты тогда начинаешь понимать вообще, что изначально это было. Это как ну, то есть, смотрите, вот разные же есть, да? Вот что такое вот изначально, вот если берем обратно, выходим к тому же алфавиту, да, лекарь. Лекарь — это изначально был бабай. Бабай это тот, который лечит в бане. Это был лекарь. Это не тот, кто сейчас говорит, бабайка придет и тебя утащит. Вообще не про это. Представляете, насколько вот нас вот просто переключили? То есть вот магазин. Магазин изначально немецкое слово, да? Магазин — немецкое слово. Изначально у нас как называлось? Лавка. Я пошел в лавку. И раньше, посмотрите, даже взять вот эти вот фильмы, просто взять довоенные фильмы, там, военные фильмы, как они там торговали. Любовь — это... А как же они... Любовь.
дарующий любовью себя, что-то такое, дарующий любовь в себе. Я посмотрю, я хочу найти неискаженный вот этот вот алфавит. Если у кого-то есть, тоже скидывайте. Там каждое слово, там, по-моему, 46 символов, не помню сейчас. То есть мне этот календарь попадался, не календарь называю, алфавит, да, но там он в таком качестве, что его даже не скачать. То есть какие буквы я себе смогла переписать, я их еще переписала. Я еще поищу, потому что это идет вибрация. Когда мы проговариваем эти слова, идут вибрации. Это не просто слово, чтобы мы его распаковали просто. Когда мы начинаем его говорить, мы начинаем вибрировать по-другому. Я вам уже говорила, что такое вибрации. Когда вы убираете сон, а вы чувствуете эти вибрации. Почему я говорю вот эту вот автономию? Да, блин, она не про гуру. Она просто про то, что когда вы облегчаете сами себя, вы начинаете чувствовать то, что как вибрирует все вокруг. За мыслями других, учениями ты не слышишь своих. Да. Вот, и поэтому лавка, это то же самое, что деньги куда складывают? Деньги в банку, вот эти вот банки у нас сейчас появились, да? Потому что изначально куда деньги вкладывали? В банку их клали. Они были в банке. Не как сейчас смеются под матрасом, да? Изначально матрасов не было, как бы сеном вообще были набиты. Сеном были набиты тоже по определенным условиям. Почему подушка была из перьев, а матрас был из сена? Потому что сено ближе к земле, где ты лежишь и напитываешься энергией земли, энергией этого сена, а подушка из перьев, она изначально была, потому что самым ранним встают всегда, кто встречает солнце? Петухи. Вот, это уже изначально вот эти вот, посмотри, вот, когда я к бабушке приезжала, и вот эти вот перья, они были не куриными перьями набиты, а именно только от петуха. Подушки набивались перьями от петуха. Потому что куриные были маленькие и колючие, хотя сам пух у них более мягкий. Но вот этот стерженек за счет того, что он маленький, они более колючие. А у петуха, как правило, они вот эти вот большие перья были. И они, получается, само перо, оно было более шелковистое, и подушка получалась более такой, ну, другая. Вот, и подушка была перьевая, кто встречает рассвет, а матрас был из сена, чтобы мы напитались энергией земли, энергией природы, то, что растет из земли. Вот, и если мы начнем вот это познавать, когда мы начнем открывать те знания, которые есть уже в нас, нам просто к ним нужно прийти, у нас такие вещи начнут открываться. Вы думаете, когда меня спрашивают, меня тоже женщина говорит, откуда ты знаешь, какими травами, откуда ты знаешь, какое это? Я не знаю, просто когда я начинаю вот это открывать, это приходит логически не от меня, а от моих предков, ДНК-то во мне. И это все настолько логично. И вот когда мы начнем вот это поднимать, проговаривать хотя бы с нашими детьми, то мы перейдем на другой уровень вибрации самого себя. Когда мы перейдем на уровень вибрации самого себя, то мы начнем вибрировать с уровнем планеты. И тогда мы поймем, что такое плотности, про которые я вам говорила. Тогда мы будем переходить на плотности вибрации, а не на плотности бла-бла-бла. И это абсолютно другое чувствование всего, где мы проживаем. Вот. Ну, у меня, как обычно, зацепилось заодно и пошло. Хотела вам рассказать только про Телеграм. Ребят, если есть вопросы, задавайте. И вот если у кого-то кто-то сможет найти вот это вот алфавит славянский, словенец, ловитель слова. Скидывайте, я обязательно посмотрю, потому что их уже есть несколько
абсолютно разных, и их уже начинают переделывать, интерпретировать. И они теряют свое значение. Но вы скиньте, я посмотрю немножечко, как бы я немножко в этом разбираюсь, конечно, это глупо говорить. Про страх. А мы говорили про страх. Мы сейчас не успеем сказать про страх. Давайте в закрытом клубе воскресенье поговорим про страх. Вот я себе написала. Клуб Телеграм. Или завтра можем поговорить про страх. Любаш, привет. Мы уже заканчиваем. Напиши. Здорово, что подняла эту тему. Да, это и есть мы. Когда мы говорим, что такое познание себя, когда мы говорим, что такое гуру, что такое это. Да нет, ребят, никаких гуру. Это такая ерунда для сбора, я не знаю, какого-то внимания, денег, еще что-то. Есть познание себя. И когда... ты что думаешь про буквицу? Буквица — это уже после этого была. Вот. И там она немножечко так не настолько раскрыта, но тоже кайф. То есть, Света, ты же сама знаешь, что кто-то откроется, а кто-то никогда. Ты бы это тоже сказала, чтобы не выводить людей в иллюзии. Почитал типа алфавит, и тебя сразу просветил. А я вообще не говорю про просветление. Это вообще какое-то... Вот эта вот тема просветления. Вот мне тоже сейчас говорит, мы видим, что вы просветленные. Как они видят? Я этого не... Что вообще для вас просветленный? Он чем просветился? Вот я не знаю, просветленные тогда, наверное, анорексики, они больше светятся. Ну что такое просветленный? Вот вы придумали это слово? Вот он пробужденный, он просветленный. Он идет на других вибрациях, но посмотрите, может быть, вы тоже начнете, если вы захотите, позволите себе быть на других вибрациях, почувствовать внутрь себя. То есть мы готовы себя распаковывать, вытаскивая какие-то закостенелые вот эти вот, да, скелеты в шкафу, мы их готовы разбирать. А дальше-то почему мы не готовы идти? То есть мы себе решили, что вот мы сейчас все скелеты в шкафу вытащим, мы их разберем, что в детстве нас там вот так, так, так и вот так, и все, и можно идти дальше. Куда дальше-то? Чтобы идти дальше, ты сначала узнай то, что там. Когда ты... Это же... Я же всегда говорила не про разъединение, про единение. И когда мы начинаем себя разъединять, то есть я здесь разобрала, теперь я разъединяюсь, иду вперед. Куда вперед-то? Где вперед? Единение. Вот так мы начинаем распаковываться. Идя назад, мы распаковываемся то, что у нас есть впереди. По-другому быть не может. Не зная то, что есть там, мы там не узнаем никогда. Как, куда мы пойдем-то? Куда мы будем слушать вот этих вот интернет-гуру, там либо еще к кому-то есть? Ребят, вы сами гуру. Я просто могу вас куда-то направить так, как я иду, если вам резонирует, как я иду. Но это не говорит о том, что я гуру из гуру, который вот гуру за гуру, а гуру под гуру. Я вообще этого не понимаю. Вот правда. Вот я вот некоторых смотрю, которых мне говорят... О, посмотри, мне минут 5 хватает, чтобы понимать, что как бы, ну, чтобы что. Вот эти знания, вот у некоторых есть такие знания, вот их смотришь, и эти знания тебе-то они что дают? Как-то узнать себя, как-то узнать, насколько ты могущественный, насколько могущественный твой род, насколько могущественным ты можешь сделать свое окружение, просто зная то, что есть там. Тебе это дает? Или тебе это дает, чтобы ты... Потому что у нас все говорят, гуру – это что? Увидеть солнце вместо одного четыре одним глазом? Ребят, ну что такое просветление? Это просто какой-то... Обозвали вот этот вот термин тех, наверное, людей, которые способны познать то, что нас впереди, но они не способны познать, если они не узнают то, что сзади. То есть, когда мы говорим, я хочу зрение на 360,
А почему ты себя не узнаешь на 360? Почему ты думаешь, что там оно уже там? Да, я всегда говорю, что копаться в старых каких-то проблемах как бы смысла нет. Но познание, то, что нам передали, вибрации-то в нас, пока мы не распакуем наши вибрации, мы никуда не пойдем. И когда мне говорят, а вот я хочу выйти на просветление, как? Да блин, пока ты не увидишь красоту вокруг, ты никак не выйдешь. А чтобы увидеть красоту вокруг, ты сначала узнай, откуда эта вообще красота берется. Ты узнаешь, что такое красота, как ты можешь увидеть красоту, если ты не знаешь, что это такое. Как ты можешь сказать, что есть жизнь или нет там на планете Бухольбер, если ты не знаешь, что такая планета вообще существует? Ты не можешь сказать. Поэтому, когда мы начинаем познание, если мы хотим именно вот этих вот познаний, которые там, пусть они гуру, пусть они просветленные, пробужденные, еще какие-то, если честно, не особо отличаю пробужденных от просветленных, вот, но чем-то они отличаются. Вот, если мы не будем вот так развиваться, то мы никак не будем развиваться. Мы можем сюда развиться до определенного момента. Всем надоесть одними и теми же фразами. Вот послушайте некоторых. Вот у них вот ролик за роликом одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тот же блокнот, только в другой руке. Вот ничего нового. Вот с разных сторон они подходят. Этот дом они вам показывают просто с разных сторон. А за домом есть детская площадка. А за детской площадкой еще 28 домов. А там еще есть поликлиника, там жизнь. За этим домом есть жизнь. Давайте начнем смотреть эту жизнь. И один человек это не познает. Я одна. Насколько вот вы один, вот вы приехали в новый город, да, и вы начинаете ходить, сколько вы пройдете один, сколько вы познаете один? А если вас приехало много, один пошел туда, потом сели и рассказали друг другу. Это же клево, когда вы начинаете делиться своими вибрациями, своими мыслями, своими высказываниями, своими какими-то знаниями и познаниями. Это же клево. Автономия для повышения вибрации и дальнейшего познания себя, я так понимаю. Мы вообще изначально были все автономами. Если вы даже почитаете любые книги, что да, мы были автономами. Если даже мы не берем, что мы были автономами, автономия, я как считаю, это да, для того, чтобы ты повышал свои вибрации, просто это один из самых простых способов. Когда ты облегчаешь тело, ты облегчаешь свои вибрации. И все, кто-то это может на еде сделать. Но, естественно, я не видела таких людей на мясе, правда. На сыроедении, на малоедении, на каких-то редкоедении, да. Но не на мясе. То есть, облегчая свое тело, не обязательно 1000 лет не есть. Хотя это, я думаю, что уже другой уровень познания себя. Я в этом правда уверена. Вот. Но тем не менее, что не нужно не есть ради того, чтобы не есть. Нужно облегчать свое питание ради того, чтобы облегчить свое тело, чтобы твои вибрации начали выходить из тебя. Позволь им начать выходить. Не надо купировать это головой. Когда ты стоишь на краю, я не знаю, там стоишь перед ступенькой, тебе говорят, просто подними ногу и зайди. Не надо говорить, а если у меня не получится? Вот ты, конечно, зашла, и что теперь, если ты всем покажешь эту ступеньку, все могут зайти? Все могут зайти. Просто кто-то будет сопротивляться до последнего, придумывая себе миллион отмазок, а кто-то будет идти. Кто-то будет себе говорить, что если я на эту ступеньку встану, то у меня должен сразу же там дом, квартира, крылья со всех сторон вырасти и вместо ушей копыта, чтобы я был весь таким вау. А кто-то думает, что как бы это моя ступенька для дальнейшего развития себя. И как вы думаете, когда на ступеньку вступит человек, который там себе всего нафантазировал, что для него эта следующая ступенька будет? Для него будет следующая ступенька, это новое следующее разочарование. Для того, кто вступит на эту ступеньку без ожидания, просто понимая, что это его путь, и, возможно, это его новые вибрации, новые ощущения, новое восприятие, то так оно и будет.
Все зависит, все в вас. Ничего нет во мне, ничего нет еще в ком-то, все в вас. Готовы вы это в себе распаковывать или нет, это уже другой вопрос. Я вас могу подвести только к ступеньке и сказать, надо поднять ножку. Вот здесь вот ступенька. Вот в этой темноте аккуратно здесь ступенька. Это все, что я могу. А будете вы поднимать ножку, чтобы встать на эту ступеньку, это уже другой вопрос. Что значит позволить? Сказать звук, позволяя все или как? Ты идешь только через голову. Позволить это вот ты сейчас ты это говоришь. У тебя ожидание, то есть ты сейчас говоришь, позволить, это значит, что я должен ожидать. Позволить это сказать себе и все, и значит, что будет. Вот у тебя всегда незаконченный вопрос, потому что ты себе не позволяешь просто. Не просто позволить, а просто идти. Ну не позволяй, просто встань на эту ступеньку и скажи, что это просто ступенька. Она не даст мне ничего заоблачного, она со мной не сделает вообще ничего. Это просто моя ступенька. И, возможно, через 1000 ступенек я выйду просто из темноты. И когда ты будешь идти эту каждую ступеньку, ты будешь идти все ближе и ближе к себе. Ты даже не видишь, как ты изменился. Я тебе миллион раз говорила, говорю, начни писать. Просто записывать, какой ты был. Потому что какой ты был несколько месяцев назад и какой-то сейчас это небо и земля, но ты всегда идешь в ожидании, то есть если я это сделаю, то мне должно вот это, если я пойду на это, то мне должно быть вот это, причем у тебя это даже сбывается, но ты в это даже верить не хочешь. Когда мы зашли на 21 день с тобой, ты сказал что я не знаю, поможет или нет, я говорю, просто пошли, вот просто. И когда тебе сказала врач, есть незначительные, но улучшения, ты тогда что ответил? Это, наверное, совпадение. Он тебе не сказал, что болезнь приостановилась, он сказал, что улучшение, это уже такой, для меня это не просто шаг, это прыжок вперед. Для меня это было столько радости, что я думаю, блин, это же вот, это есть. Ты сказал, да нахер мне это все надо. Я не вылечился, мне фигово, лучше я буду есть и так далее и тому подобное. Когда начали заходить на 40 дней, ты говоришь, ну если в этот раз как бы что-то будет, 21 день мы даже в расчет с тобой не взяли, потому что ты сразу сказал, это скорее всего совпадение. Никто не сказал, что это именно от сухих дней. Хотя так получилось, что перед 21 днем ты сдал анализы и сразу же на выходе. Точно так же, как и перед 40 днями, сразу же на выходе. И когда ты на выходе с 40 дней сдал анализы, и тебе сказали, как бы тебя врач просто прыгала по больнице, сказал, я молодец, я такое лечение вам назначила, у вас смотрите, как все пошло. И здесь ты тоже говоришь, фигня какая-то. Ты обесцениваешь не только свой путь, ты обесцениваешь каждое свое действие изо дня в день. Тебе уже даже тело говорит, я хочу сегодня побыть на сухих. Раньше у тебя такого особо не было позыва. Твое тело начинает перестраиваться, вокруг тебя начинает чиститься твое окружение. Но ты каждый день встаешь не с тем, что ты идешь уже своим новым путем. У тебя этого пути никогда не было. Такого пути никогда не было. Но ты каждое утро встаешь с обесцениванием себя. Ты постоянно себя обесцениваешь. Если раньше тебя кто-то обесценивал, то ты очень хорошо это пальтишко взял, стряхнул. Говоришь, так, тебя нет, ты меня больше обесценивать не можешь, и я буду это делать. Я продолжу твой путь обесценивания меня. И это твой выбор. Когда ты начнешь себя ценить просто потому, что ты есть. Просто потому, что такого, как ты, нет. Тебе в клубе, в Телеграме, тебе дифирамбы, ребята, такие писали, после которых, я не знаю, у меня бы, наверное, уши отвалились от этой короны. Но ты и после этого смог обесценить все эти действия. Когда тебе уже, я не знаю,
много человек сказали, что, Миш, мы вообще вдохновляемся твоим путем. И ты здесь, где как бы что-то путь-то какой-то не особо какой. Обесценчик сам себя. Не кто-то, только ты. Только ты не веришь в себя. Все вокруг в тебя верят, кроме тебя. Я в чате за Михаилом наблюдаю 2 месяца, и Миша очень меняется. Во. Ребят, у нас час уже прошел. Поэтому, Миш, это только вопрос к тебе. Насколько ты готов ценить просто потому, что ты есть. Оценить себя – это просто… Если тяжело, вот я уже говорила, если вам тяжело вот просто вот в общем формате подойти там перед зеркалом и сказать, я такой клёвый, мы к зеркалу подходим и начинаем, тут я худой, тут я толстый, нос картошкой, я не знаю, там один глаз меньше другого, там какие-то брови не такие, какие-то то щеки, то не щеки. Да, я не умею себя ценить и не знаю, как научиться. Вот, начните себя по раздельности как-то ценить. Вот подойдите к зеркалу, скажите, у меня сегодня такая прическа, я сегодня такая лохматая, да, и это клево, что у меня есть чему разлохматиться. Все, прическу вы уже полюбили. Потом там, у меня такая кожа сухая, ну у кого еще будет такая сухая кожа? Но это же клево, что на такой сухой коже, что так мало будет вылезать там угрей, прыщей. Или там у меня такая жирная кожа, на жирной коже меньше морщинок. Или там у меня такой узкий красивый носик, это же так клево. Или у меня такой широкий огромный нос, я столько могу взять, захлестнуть себя воздуха. Просто научитесь себя любить просто от того, что вы есть такой, какая вы есть. Больше таких нет. Но нигде. Вы в единственном экземпляре. Я уже говорила, вот вы придете в магазин, там будет лежать, я не знаю, там 10 мечей синих и один оранжевый. Вы возьмете оранжевый. Он же не такой, как все. И вы с огромным удовольствием будете им дома играть, даже не думая о том, что если бы вы повернулись назад, а в другой корзине лежали бы все оранжевые, один синий. И вы бы взяли из той корзины, вы бы взяли синий, потому что он не такой, как все. Вот вы не такой, как все. Вот любой из вас не такой, как все. Вы каждый можете привнести в свой мир только то, что вы можете принести, только вы, больше никто. Миша, кроме тебя, твоим опытом больше никто не мог поделиться в этом чате. Таким опытом мог поделиться только ты. Даже если кто-то пошел бы на 40 дней, он мог бы поделиться только своим опытом, который бы никак не был бы таким, точно таким же, как твой. Он был бы где-то похож, но таким, как твой опыт, нигде. Те высказывания, которые можешь сделать ты, те осознания, которыми можешь поделиться ты, этими осознаниями можешь поделиться только ты. И это касается абсолютно каждого. Ребят, у меня 10 секунд сохранить эфир. Я вас все люблю, всех люблю. Вы все действительно уникальны. И как только вы начнете это осознавать, вы просто затанцуете в этом мире. Поэтому давайте будем учиться вместе ценить себя, любить себя и возвращаться к своим истокам, чтобы узнать свое будущее. Я вас всех обнимаю, спасибо большое.